Готовься, они летом. В Дании стартовал международный конгресс Санта-Клаусов. 140 волшебников из 12 стран приехали в Копенгаген, чтобы обсудить последние праздничные тенденции, чем в этом сезоне будет модно украшать елку и какие дарить подарки. Невзирая на жару, санты прошли маршем по центру города в полной экипировке, шубах, шапках, сапогах. Они с удовольствием фотографировались с прохожими, танцевали и пели. А затем их ждала изматывающая гонка. Кто быстрее преодолеет полосу препятствий и доставит к финишу увесистые коробки с подарками в целом. И сохранности.